Итак, здравствуйте, друзья! В этом ролике я хочу рассказать вам, как отключить запрос пароля при входе в Windows 8.1. И что хотел бы прежде всего сказать, что рассмотренный мной способ подойдет для локальной учетной записи. Если у вас учетная запись Microsoft, способ, описанный в этом ролике, не подойдет. Зато в этом ролике я расскажу вам, как перейти с учетной записи Microsoft на локальную учетную запись. Итак, приступаем. Прежде всего, мышку правый нижний угол, заходим в параметры и изменение параметров компьютера. Далее, учетные записи. И как видите, у меня здесь учетная запись Microsoft. Конечно, здесь не написано, что учетная запись Microsoft, но если бы у меня была локальная учетная запись, то здесь была бы надпись «Локальная учетная запись». И, соответственно, для того, чтобы перейти на локальную учетную запись, надо нажать «Отключить». Далее вводите ваш пароль. Нажимаете «Далее». Ну и вводите параметры для локальной учетной записи. Ставите какой-нибудь простой пароль. И нажимаем «Далее». Тут далее мы нажимаем «Выйти из системы» и «Закончить работу». И, соответственно, компьютер это и сделает. Далее, после перезагрузки, мы уже заходим под локальной учетной записью. И, соответственно, нам необходимо далее ввести вот эти замечательные буковки, которые уже многие знают. NETPLWIZ. Копируем и вводим в поиск. Нажимаем Enter. И, соответственно, там, где вы видите надпись «Администратор», это, кстати, у нас уже локальная учетная запись, убираем галочку «Требовать ввод имени, пользователя и пароля». Нажимаем «Применить». Вводим, естественно, наш пароль для локальной учетной записи. Нажимаем «Ок». Далее, если наш персональный компьютер заснет и потом пробудится, необходимо ему опять будет вводить пароль. Для того, чтобы это избежать, заходим в параметры, изменение параметров, выбираем учетные записи и параметры входа. Так вот, здесь вот в настройках пароля надежный пароль защищает учетную запись. Нет, политика паролей: для пробуждения данного компьютера требуется пароль. Так вот, нажимаете «Изменить», здесь у меня уже изменено, поэтому второй раз я не буду нажимать «Изменить», и у меня уже работает. Если у вас, естественно, будет он засыпать и пробуждаться опять, будет требовать пароль, то нажимаете «Изменить». Соответственно, вот, собственно, и все. Далее, если у вас все-таки требует локальная учетная запись пароль, попробуйте все-таки еще раз зайти, набрав вот эти буквы, зайти в настройку, да, вот здесь вот опять нажать галочку, потом убрать, нажать «Применить», ну, то есть попробовать проделать эти действия заново. И тогда у вас уже точно получится. Естественно, это минусы Windows, иногда надо перезагрузить один раз, второй раз, и со второго раза уже будет все работать. Но сам метод проверен не один раз, поэтому он обязательно помогает мне лично. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго, до свидания. Что же, я сейчас продемонстрирую. При входе у нас не будет требоваться пароль. Как видите, загрузка идет, и пароль не требуется. Мы на рабочем столе.